Итак, моя новая знакомая, всего 2-3 дня. Александра Николаевна, город Калининградская область. Вот так они начинали. Ей нужно было все скромно, пришлите семена. Мы вам высылаем, мой, так сказать, старший товарищ высылает, финансирует, я вам высылаю. А вы мне на эту сумму абрикосов, вишен, черешен. А у вас это самое, значит, Прибалтийский край, а у вас бесконечные дожди. И что она говорит? Какие дожди, какая сырость, у нас сухо, у нас это, засухи, мы страдаем от этого. Я составляю список, и список по моему принципу, 19 сортов абрикосов, или там, это не сорта, это сортообразцы, клоны, как угодно, в виде косточек. 19, это получается, потом, значит, еще сотни вишен, ну, вы видите, таких вишен, таких, сотни черешен, вот. А потом говорю, а для чего мы надо? И вот она, а вот это у них было, проект, да? И вдруг, смотрите, я поразился, почему я подробно говорю? Во-первых, это не часто случается. И дело не в том, что они там тысячи косточек выписали. Смотрите, вот эта милая дама, вот она Александра, да? Вот, здорово. Заставил фотографию, чтобы была к вебинару, прислала. Вот это тот самый район, вот тут вот справа, у них вот слева. Вы представляете? А хорошо, он замерзает? Нет. Байкальское море, насколько я знаю. Нет, нет. А мой этот Енисей, участок не замерзающий есть? Есть. В чем разница-то? Холмы есть, склоны есть. Да это же находка для абрикосов. Смотрим дальше. Оказывается, это я первое фото увидел, а я не видел этой красоты. А вот же она. И вот ее человек, который... Представляете, 300 участков, 300, она цифру назвала. А вот это, как я понял, будет аллея для всех. Вот. И тогда я осмысленно пошел на это. Я сказал себе, ей, не вздумайте там ничего садить. Почему? Вы посадите вот это самое. Ну, это я специально фотографии не подобрал. Вы посадите нечто подобное. Но тут яблоньки, а там будут у вас абрикосы, вишни и черешни. Так, простым пока речь не шла. И вот, значит, здесь должна быть аллея. А кто платит? А платит тот, кто организовал это все. А она говорит, я добровольно. Я просто помогаю бескорыстно. Тогда я сказал, извините, все, раз так, то значит, это там будет и ваша доля в том, что я вышлю. И вот я с удовольствием начал вот так смотреть. Вот так, вот так, вот так, вот так. А они же все, штамповая вишня, это мощные здоровые деревья. Та же самая вишня с генами черешни, мощные здоровые деревья. Это и должна быть аллея. Вишня Жуковская, мощные здоровые деревья. Черешня Боднера, мощные здоровые деревья. А потом я расслабился и говорю, я вот это сосчитал, и до 25 тысяч не хватает еще там, денег. Ну, то есть, остается еще резерв денег. А давайте, говорю, вы выписываете китайки, а мы потом на них привьем кое-что. Какие сливы. Вот эти мои роскошные. А потом случилось следующее. Уже когда все было, это все сделано, я говорю для всех, потому что это должно быть везде. Ведь еще, я еще, знаете, что я не сказал? Кроме этой аллеи, может, вот это будет аллея, вдоль, поперек, может, крестом, не знаю. Здесь бы хорошо бы высадить там манжурские абрикосы. Защита все равно должна быть от ветра. Все равно. Еще это, но это ладно, они и так потратят. Видели, да? Я снял специальный фильм. Вот это сам Александр. Что сказал Александр? Хочу. Вот. Поэтому я взял и... Что сделал? Добавил грушу уссурийская дикая, подарок. То есть жадничать я не стал. Вырастет, сколько взойдет? 20-30, обычно сходит 40-45. Вот. Потом она выпишет у меня черенки вот эти вот. Я снял фильм, вы его через несколько дней увидите, вот, вы эту всю красоту. Потому что это мелкие, то есть внизу они были мелкие. Вот. А крупные вот такие были наверху. Вот. И... Самое главное, я всегда, я очень благодарный по натуре человек. Вот это уникальный человек, Мараховская Ирина. Это ее
фотография, а я перед экраном фотографировал эту же грушу, вот эту же, вот, чтобы они сказать. Дело в том, что такое настоящая дружба. Смотрите, вот у меня слезы на глазах. Спасибо за фильмы, за умение дружить и помнить. Сегодня уезжаю на дачу, когда смогу выйти в интернет, не знаю, про персики отчиталась, но не написала о черешне Боднара. Правильно, Боднара. Это фантастика. Это я и выслал черенки. Я туда, в Европу выслал, в Сибирь я выслал эти неукрывные черешни. Представляете? На двухлетней прививке созрел первый урожай в мае. В мае! У меня в июле, а у него в мае. Представляете, насколько все-таки климат разный, насколько мне быстрее лето наступает. И это. Последние ягоды были собраны 5 июня. Черешня чудо! И так далее. Чем она мне отплатила? Вы уже догадались. Когда она сделала так, она поехала на свою дачу, а потом в одну сторону прошла пешком 8 километров, в другую сторону 8, из дачи своей мамы черенки вот этой вот груши. Вот. А теперь она прошла Сибирь, вот она, но это нижние, мелкие. Вот. И теперь она получает подарок Александра, я надеюсь, она смотрит нас, а я получаю возможность рассказать об этом.